приветствую вас на канале Best ICO. Сегодня мы рассматриваем проект SLP Network, который создает децентрализованный рынок бонусных баллов и придает в глазах потребителей программу лояльности особую ценность, мотивируя клиентов к проявлению потребительской активности. Согласно исследованиям, большинство потребители не участвуют в различных бонусных программах, так как не видят перспектив в этом. Соответственно, проект SLP Network решает эту проблему, да, то есть он максимально построен так, что потребитель будет заинтересован в участии в программах лояльности и, соответственно, получать от этого выгоды. Сразу хочется отметить команду проекта, у которой за плечами лежит многолетний опыт в сфере розничной торговли и технологий, а также успешно функционирующая компания, конструктор программ лояльности SailPlay. Одним из основателей SailPlay является основатель SLP Network, это Леонид Шангин. SLP Network. Познакомившись с историей создания и развития SailPlay, становится понятно, что команда имеет огромные наработки в сфере индустрии лояльности и определенно понимает, каким образом реализовывать и развивать свой новый сервис. Соответственно, команда подобрана должным образом, каждый профессионал в своей области, и, соответственно, проект просто обязан быть первым, обязан, так сказать, выстрелить, да, и после привлечения огромного количества людей на платформу SLP Network, соответственно, ожидается очень интересный рост токена проекта. Токен SLP, общее количество 4 миллиарда токенов будет выпущено, $1, 100 токенов будет стоить $1, да, это на ICO, которое скоро начнется. Минимальная покупка будет доступна на 0,2 эфириума. К оплате будут приниматься биткоин, эфириум, латкоин, Dash и доллары банковским переводом. Для приобретения токенов необходимо зарегистрироваться в whitelist кнопочка. Соответственно, подробности мы находим в white paper, который доступен также для скачивания на сайте. Изучаем. Если остаются какие-то вопросы, соответственно, связываемся с командой любым удобным способом. Telegram, Facebook, Twitter, форум, Medium. Соответственно, ну, самый удобный, конечно же, это Telegram. Рекомендую. Изучайте, принимайте решения. Время у нас еще есть. Удачи!